все, дорогие друзья, мы едем собирать знаки. Сейчас вот опять мы на перекрестке. И знаки вот наши стоят, как стройные солдатики, зазывают людей в нашу сторону стрелочками. Вот. И я хотела вот что сказать про дом. Заходи к нам сосед и рассказал историю про дом. То, что на месте этого нового дома сгорел дом дотла. И в этом доме погибли два человека, муж с женой, которые были друзьями хозяев дома. Ну, в общем, такая трагедия произошла. И вот начальница Филиппа, она купила этот участок и построила там новый дом. И они там не прожили даже 2 года, что интересно, да? Им обоим под 70 лет, они такие уже пожилые, ну вот его начальница пожилая. И они переехали сейчас в другой дом, они купили себе другой дом. В общем, ну, я думаю, что там какая-то мистика вообще происходит. И у нас было очень-очень, нам было трудно делать фотографии там. У нас не получался свет вообще. Для меня это был самый трудный дом. Не выходят фотографии. Вообще сам дом желтого оттенка. Такого желтого, интересно, очень вкусный такой желтый оттенок. Кремовый. И у меня получается коричневый, и все, коричневый или розовый. Это вообще какой-то кошмар. Ну, я еще с новой камерой впервые занималась, и поэтому, может быть, из-за этого тоже я как бы не понимала, что я делаю. Ну, все, в общем, мы закончили, продолжаем делать открытый дом. Спасибо за внимание. Пока-пока.